Сегодня в Каменском районе открыли 21 избирательный участок. Как и полагается, ровно в 7 утра. Активность неплохая. Уже к полудню свой выбор сделали более 20% избирателей. Каменский район был активнее с утра. Где-то даже образовались небольшие очереди. Везде поправка на ковид-безопасность. Избиратели на безопасной дистанции. На входе раздают маски и перчатки. Люди голосуют и тут же озвучивают наказы для будущих депутатов. С хорошим настроением иду на выборы, потому что выборы – это наша власть. И от того, кого мы выберем, зависит наше будущее. И поэтому мы хотим выбрать достойного человека, который бы защищал наши интересы, наши права. За будущее, чтобы было все хорошо, сейчас нормально, чтобы было еще лучше. Признание республики тоже хотим, и чтобы жили в достатках. Посетил район депутат Государственной Думы Андрей Кузьмин. Он побывал в некоторых селах и на двух избирательных участках в городе. По словам парламентария, нарушений нет. Что касается избирательного права, соблюдения всех норм избирательного права, то на сегодняшний час я пока не увидел никаких нарушений. На самом деле я легитимная, законная, подтвержденная и добровольная. И вот эти вот комплекс, вот этот комплекс весь всех мероприятий, которые я перечислил, они на самом деле отражаются как в зеркале. Избирательный кодекс ваш и международных требований, в общем-то, все в рамках закона. Жители Каменки выбирают двух депутатов в Верховный совет и 23 в районные. Сегодня же голосуют за глав администрации и депутатов в сельские советы. Итого в селах избирателям выдают по 4 бюллетеня. Посещая избирательные участки, я обратил внимание на те профилактические мероприятия, которые предусмотрены, наверное, администрацией с целью обезопасить граждан от коронавирусной ситуации. На всех посещенных мною избирательных участках, в общем-то, в этом направлении можно отметить ситуацию как отличную. В Рашково мы смотрели, была очередь порядка 10-12, наверное, может быть, даже 15 человек стояли, соблюдая социальную дистанцию, но они ожидали всех тех профилактических мер. Жители сел самые активные. Это уже традиция для Каменского района. К полудню в Севериновке, Валя-Адынке, Хрустовой, Константиновке явка превысила 35%.